Доброго вечера всем моим друзьям. Воскресенье подходит к концу, и мы в новом поле. 10-й час. Да, погода тяжелая, очень жарко, целый день и влажно. Просто рубит погода, начиная что-то делать под градом. В общем, денек такой. Завтра передают грозы сильные, ветер сильный и град, и до 35 тепла. Аномалия. Камчатку трясет. Вулканы просыпаются от этих колебаний земной коры. Что на планете происходит? Бунтуют против людей. Если уж даже здесь, на свежем воздухе, вон мой желтый домик. Ну, довольно-таки тяжело. Тяжело было. Независимо от погодных этих катаклизмов. Но... Хотя вот Валерка ездил за доской, тоже еле ходит человек. Днем вообще жара была. Как там, погодозависимые? Нет. Все поубирали уже, вон яблоки на земле полно. Это Толика огород. Калина. Красота какая. Класс. Еще не зрелая. Метеозависимые люди есть. Наверное, Валерка едет ко мне в гости. А может и нет. Да, потихоньку занимаюсь забором. Готовлюсь к атаке на него. Наши бархатцы почти у полроста, остатки помидор, остатки кабачков, они еще растут, вот прям на дороге лежит. Комары зудят, комарихи кусаются, вот такие шикарные бархатцы. Клубничка, но уже фокусировка не та, уже вечереет. Так. Небо облачное. Завтра грушу буду, наверное, пилить. Плитку я шлифанул сегодня. Надо закрыть бензогенератор. Отшлифовал лицевую сторону еще раз. И пропитал маслом. Пускай сохнет. Вон они, тыквовки. Тыквочки наши зреют. Ну и хорошо, что их меньше, чем в том году, потому что очень с ними много работы было до декабря. Вот. Пару дынек тут лежит. Дынька лежит. Остальное всю картошку убрали. Получилось очень даже неплохо. Порядка 200 килограмм от этого участочка, что под пленкой впереди. Здесь сидираты растут. Скоро тоже закроем их на зиму. Вот тут вот кабачки лежат. Немножко морковки. Сидираты. В общем-то, пленка — большое дело. Вот на зиму уже лежит пленка. Снимается и весной. А, мы чеснок еще будем на зиму садить скоро. Вот. На тот же спанбонд. В те же дырочки свекла. И остатки огурцов. Тут они нам дали в этом году очень много урожая. Ну просто. По ведру каждый день. В течение там, не знаю. Это скосится.
общем, много огурцовой фасоли немножко. Все, пойду я своих курочек закрывать. Это какие-то ручные, как собаки, куры. Они заходишь, они бегут и не отступают, клюют ноги. Они уже легли. Все, всем добра, хорошей недели. Юня, ты где? Да, вот она, Юнька, ее силуэт только видно.